26 ноября, Лазаревская. Вот в таком экзотическом месте мы установили палатку вчера по темноте среди пальм. Пальмы цветут здесь. О, какой цвет интересный у них. Вообще таких не встречалось. Да, это, насколько мы понимаем, пляж вот этого отеля. Одиссея. Нет, это не Одиссея, это другой отель. Ага. Я вчера смотрел, но не помню, как он называется. Солнышко встает, пора к приключениям. Вот из-за тех гор мы вчера приехали сюда, в Лазаревское. Дима по берегу гуляет. Вот у этого отеля стали, ночевали. Ну а там вот на холме располагается само Лазаревское. Ну и не только на холме, оно туда далеко тянется, по побережью. Собрали вещи, сейчас будем выдвигаться. Наверное, пройдемся по пляжу вон в ту сторону. Посмотрим, что здесь интересного есть. Красиво. У нас гости всю ночь тявкали, спать мешали. Вон там еще одна лиса подобная. Да что, соцветие красивое.
местные удочки. 10D, кинозиат 10. Колесо обозрения. Здесь уже люди дошли до того, чтобы мусор разделять. Стекло, пластик, желтая бумага, синяя металл. А у нас еще все разброд полный. Это что-то мы с тобой снимали такое, какая-то там видишь, японская. Только потолще там было. Да. Надо ж как деревья окрутили металлические. Арба для ишака.
Так вот интересно, белье сушат. Не туристическая Лазаревская. Здесь туристы не ходят. Решили воспользоваться уже проверенным методом, заныкать рюкзаки вот здесь, вот в этом лесочке, и пойти в Крабово ущелье налегке гулять. Сейчас Дима спрячет свой рюкзак, я уже свой спрятал. И вот по этой дороге пойдем искать Крабово ущелье. Вход вроде бы пишут, что платный. Посмотрим, как получится. Может, получится бесплатно. Крутая дорожка ведет в Крабово ущелье. Какие цветы растут, несмотря на конец ноября. Добрались мы до Крабового ущелья. Сейчас пойдем осматривать. Плата за посещение 100 рублей. Но взимать плату в это время года некому. Никто сюда не ходит. Это касс. Да, вот этот трон принадлежит кассиру в летний период. Какой медведь зачетный с бочонком меда. Классная мишка. Вот и первая достопримечательность. Купель русалок. Но, увы, купель пуста. Воды нет. Купель Адама. Скорее всего, тоже без воды. Сейчас подойдем, посмотрим. Все пересохло. Воды нигде нет. Вот все, что от воды осталось. Там небольшое озерцо. Тут стекает что-то. Еле-еле душа в теле. Можно по руслу ходить. Сухо. Это все должно быть водой заполнено. Вот поэтому и билеты никто не продает. Не на что продавать. Ну, хоть по ущелью походить. Крабово ущелье. Ох, какие гроты, да? Ну да. Листики, правда, красивые на воде лежат. Угу. Здесь уже глубоко. Дальше не пролезть. Ну, при желании, конечно, можно. Не хочется соскользнуть.
Решили немного передохнуть на лавочках. Красивый лес. Птицы поют. Карстовый каньон. Купель изумрудная. Мост желаний. Крабовый каньон. Это нам показывает указатель, что сюда. Пойдем попробуем. Крутые ступени. Ах, какие скальнички. Какая гора. Все с обрывами. Вообще отвесный обрыв. Классно. Вон там внизу должна бы была быть вода. Но, увы, нам не повезло. Ну, а тут опять развлечения туристов. Куча ленточек всяких навязано. Вон там вообще реально ущелье. Узкое-узкое. Находимся внутри ущелья. Узко все. Вон тут с обоих сторон отвесы какие. Это мы сейчас тут ходим, потому что воды нет. Если бы была вода, мы бы сюда не прошли. Вот здесь все-таки есть преграда, довольно глубокая. Дальше не попасть вон к тому водопадику. Забрались на одну из стенок ущелья с большим трудом. Круто очень. Вот дошли до моста желаний. Тоже все в ленточками укручено. Ого, вот это да, вот это ущелье. Плохо видно. Высота вообще, конечно, бешеная. Добрались до Крабового каньона. Вот то, что мы с моста пытались снять ущелье, это карстовый каньон. Вот я подхожу к нему в упор практически.
все, дальше дороги нет. Вон туда оно все уходит. Карст. Карстовое образование. Карстовый каньон поснимал, теперь иду в Крабовый. Крабов насыпать. Красных или каких? А какие есть? Всякие есть. Заказываю любого. Сейчас приду, выберу. Даже уже приготовленные есть. Прошли мы подготовленную тропу Крабового ущелья. Сейчас пройдем опять немного выше, уже по нашей неизменной традиции. Посмотрим еще что-нибудь интересное. Все самое интересное впереди, да? Ай, чуть не упал. Красота. Скальники над нами.
Еще одна чаша. Дальше скальники все. За поворот куда-то уходят. Возвращаемся без тропы. Я спустился. Вот Дима слазит. Все осыпается. Встать некуда. Вот в чем прелесть диких мест. А не то, что по подготовленным тропам ходить. Почти слез. Забрал. Вернулись к последней, купили. Теперь пойдем обратно. Туристу, фотографу сложнее. Вот какая высота. Наше ущелье где-то там внизу. Смотрели парк, этот как его, Крабовое ущелье. Возвращаемся обратно. Сейчас выкопаем свои рюкзаки из прятки и пойдем в город. Продолжаем прогулку по Лазаревскому. Что-то тут немного подумали, а не переехать ли нам в Аше. Сейчас посмотрим, как получится. Получится — переедем. Нет, так нет, здесь на море встанем. Видно будет к вечеру. Вот это люки. Сделано в СССР. Завод имени Сталина. Неизменный Владимир Ильич. Магазин с старыми советскими витринами. Такого уже давно у нас нет в наших городах. А здесь еще сохранилось. Пойдем. Даже спортивная площадка бесплатно для людей сделана, с тренажерами. Вышел во двор, позанимался физкультурой. Пробираемся к вокзалу. Метров 800 осталось. Меньше, да? Погуляли по Лазаревскому, посмотрели город. Старый город, конечно, красивый очень.
Ну а в новых районах скучно, делать нечего. Вот магазин по названию той рыбы, которую нам дедушка показывал. Сарган. Приехали в поселок Аше. Сейчас проберемся к морю и будем вставать сегодня на стояночку. Поселок Аше расположен вот под такой скалой красивой. Тоже зелененькое все, да? Красиво. Да что, лавки красивые вообще. Вообще красиво очень сделана улица. Реально для людей. Да. На качельке покачался, сел. На лавочке посидел под такими деревьями красивыми. Весь дом зарос. А, красота какая. Привет, собака. Мы на станции Аше. Море сегодня бушует. Вообще бешено бушует. Вот это да. Ох ты как. Все небо затянуто. Может быть и накроет нас дождем. По крайней мере, по прогнозу обещали с завтрашнего дня начаться дожди. А море сегодня выглядит грозно. Накаты какие. И Лазаревская на горизонте. Да, вон там вот вдалеке осталась Лазаревская. Мы оттуда уехали сегодня. Ну, а встать решили вот здесь вот, в кустиках, у кораблика. Сейчас палаточку поставим. Будем сегодня здесь ночевать.
новый друг появился. Привет. Привет. Вот так вот бушует море. А там Дима облизывается так же, как кот на море, с камерами, со всеми, которые есть. Поселок Аше. Там железнодорожный мост. На нем охрана. Ну а мы двигаемся вот туда вот, в сторону Туапсе потихоньку продвигаемся. Мы с Димой решили подготовиться к ненастью. Вдруг будет совсем плохая погода, с ветром, с дождем. Вот такая мега конструкция у нас получилась над палаткой. Теперь нас точно не должно промочить. Море сегодня совершенно не на шутку разбушевалось. Волна просто бешеная. Далеко. Лагерь собрали, рюкзачки готовы. Сейчас будем собираться и двигаться в сторону основной автострады. Попытаемся уехать в поселок Южный. Погодка сегодня не особо. Ну ничего, как-нибудь понемножечку, потихонечку доберемся. Пришли на остановку в Аше, ждем свой маршрут автобуса, чтобы уехать в Южный. Маршруты 164 или 142 пойдут. Надо будет их тормозить здесь, сами они могут и не остановиться.
покинули Сочинский район, ехали в Туапсинский. И первый населенный пункт на Туапсинской земле — это Шепси. Да куча ко всему, начался дождь. Испортил нам все планы по поводу Дедеркоя, и мы приехали в Туапсе, забронировали комнату. Вот идем сейчас, ищем ее на улице Звездной 20В. Дождь поливает сильный очень. Вот мы уже где сидим-то. Выдали нам конуру. Вот такая вот она, небольшая, но нам хватит с Димычем. Смотрим по телевизору красоты Туапсе. Я уже намылся, чистый. Дима пошел тоже купаться. Сейчас будем придумывать, что делать дальше. В общем, пока отдыхаем. Все в зеркалах у нас, номер весь. Вот так вот круто все. Вид с нашей гостиницы. Окраина Туапсе. Там море. Корабли стоят. Прогуляться по Туапсе, посмотреть что-нибудь из достопримечательностей. Вот там вот пригородная часть Туапсе, ну и мы в ней тоже, в этой пригородной части. Все в дымке, погода сегодня такая сырая. Да, туго приходится в Туапсе и машинам, и людям с горы на гору. В городе уклоны дорог вообще потрясающие. Город Туапсе реально не для людей. Вот Дима тощенький человек, он идет, еле вмещается, и я за ним. То есть даже двум человекам не разойтись. Сделано все для машин, тротуаров нет, он идет, идет, кончается, куда-то заворачивает, во дворы, в обрывы, в тупики, плитка вся выбита. Короче говоря, если у тебя нет машины, то здесь лучше не жить. А если ты инвалид, то тебе надо продавать свое жилье и переезжать отсюда. Вот так вот выглядит зона трущоб туапсинских. Это все трущобы. Туристическая Туапсе, я думаю, выглядит совершенно по-другому. А по таким местам туристы не ходят. Так что только мы вам покажем. Вот там вот под дорогой все разруха, грязь. Уже даже интересно дойти до основного Туапсе, чтобы увидеть, что там будет. Топятся печи, хотя мы по сути уже в черту города практически вошли. Вон уже первые пятиэтажки появились. Рядом с пятиэтажными домами в трущобах печки топят. Начинает Туапсе преображаться, появились дома, более-менее культурно что-то стало, почище. Даже на тротуаре плитка появилась ровно. Опять советские витрины. Да, снова советские витрины сохранились еще. Ну, думаю, скоро раздолбают. Идем
и на тротуаре устраиваем парковку для того, чтобы людям было не пройти. Просто идеально. А дальше металлический забор помешал парковаться. А нет бы и дальше продолжили. А, вот продолжение после забора. Новая парковка. Туапсе, город воинской славы. Ну все, идем, идем. Вон оттуда пришли. Здесь железная дорога внизу. Повернули к центру. Дошли до центральной площади Туапсе. Здесь вот стоит Ленин в центре. Конечно же, темно, ничего не видно. Сейчас пойдем дальше гулять. Нашли маяк Туапсе. Thank you.